О спорте. В Алтайском крае завершились соревнования ракетных войск стратегического значения по зимнему офицерскому троеборью и армейскому рукопашному бою. У соревнований было несколько этапов. Первый – стрельба из пистолета Макарова. Отстрелять нужно несколько магазинов. Самая основная трудность состоит в том, это именно в самом человеке, как он настрой. Именно настрой его на стрельбу. Любое волнение, оно сразу же выводит тебя из колеи. Потому что сам пистолет Макарова, он нежное оружие, требует внимания, твердой руки. После успешного завершения стрельбы участники переходят ко второму этапу – плавание. В этом испытании требуется показать выносливость, силу и быстроту. Пройти дистанцию от 50 до 300 метров. Это очень серьезное упражнение у нас для молодых офицеров. Нужно проплыть 300 метров вольным стилем. Не у каждого это получается, потому что не у каждого есть счастье бассейн. Приходится ездить за несколько километров, чтобы свой навык этот поддерживать. Ну, наверное, это наиболее такой слабый вид в офицерском троеборье, который требует, серьезной подготовки и серьезной затрат усилий. Все остальное под рукой, все остальное рядом, можно тренироваться, можно заниматься в любое время. Лыжная гонка – заключительный этап зимнего офицерского троеборья, где у каждого спортсмена еще есть возможность набрать максимальное количество очков и занять лидирующую позицию в сводном протоколе. Дистанция гонки варьируется от 3 до 10 километров. Эти соревнования – отбор для участия в чемпионате Вооруженных сил России. В итоге была сформирована сборная ракетных войск стратегического назначения. Первое место заняла команда Владимирского объединения, второе – Омского объединения, третье – Оренбургского объединения.